Инвестиции государства должны обеспечивать рост качества жизни людей, подчеркнул губернатор в начале послания. Подводя предварительные итоги года, Василий Голубев отметил рост ВРП до 1 400 000 000 000 рублей. На 9% выросла промышленность, а по темпам роста объема экспорта Ростовская область лучшая в стране. Наш внешнеторговый оборот увеличился почти на 33%, и это выражение денежным составляет 2 миллиарда 459 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, этот рост один из самых крупных в Российской Федерации. Сегодня мы на третьем месте в стране по объему несырьевого, неэнергетического экспорта. Активно развивается новая для региона индустрия – ветроэнергетика. Уже на первом этапе в нее инвестировано 85 миллиардов рублей. В Таганроге запущено производство башен для ветроустановок. Всего же в регионе в уходящем году реализовано 200 инвестпроектов, создано 3600 рабочих мест. Статус территории опережающего социально-экономического развития получили еще два моногорода – Зверево и Донецк. Губернатор поручил расширить особые условия, действующие в Гукове, на резидентов новых ТСР и ожидает более активной работы по привлечению инвесторов. Если мы их создавали, этому радовались. Первая на юге территория. Теперь аж три территории в одной области. Тогда, друзья, навалитесь на эту тему. Я, очевидно, с каждого спрошу о личном участии в решении вопроса, о участии того или иного органа исполнительной власти. Если динамика ноль, вы занимаетесь пустую, вы зря ходите на работу. В 2019-м будет создан реестр инвестиционных предложений, куда войдут не только значимые бизнес-идеи, но и проблемные активы, нуждающиеся в новых собственниках. Начнет работать межведомственный совет по развитию территорий, на заседаниях которого главы и министры будут защищать обоснованность крупных бюджетных инвестиций и воплощение инвестпроектов именно на их территории. А еще будет создано региональное агентство по развитию туризма. Василий Голубев подчеркнул, сейчас для развития региона нужна в первую очередь инициатива. Если наша инициатива в количестве бумаг, мы можем ничего не придумывать. Мы это дело уже давно реализуем. А если наша инициатива в их сокращении, а потом в отработке исполнения и в обеспечении достижения результата, вот эта инициатива стоит внимания и заслуживает поддержки. Я прошу вас всех над этим задуматься. Василий Голубев выступил с инвестпосланием на заседании правительства. Вторым вопросом повестки стали перспективы развития рынка газомоторного топлива. На газ планируется перевести не только автобусы, но и коммунальную технику. Сейчас в регионе работает 11 газовых заправок. Необходимо построить еще 12. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.